Жители четырех домов, расположенные по адресу Ахтмиманта 55, 51, 43 и 35 вдоль железной дороги, ранее пользовались парковкой для своего транспорта территории на земельном участке Ахтмиманта 27А. Но с 17 ноября этой возможности более у них нет, так как собственник земельного участка запретил парковку на своей территории, установив дорожные знаки, запрещающие парковку. Частный владелец земли закрывает свою территорию вот на протяжении 370 метров, где устанавливаются знаки. Остановка запрещена здесь. Владелец не хочет, чтобы здесь парковались машины. По данному адресу уже много лет, а точнее с 2009 года, ведется длительный спор вокруг парковки Ахтмиманта 27А, последние из которых выиграли жители. В сентябре 2011 года Тартусский административный суд отменил решение Кохтлоярского городского собрания об утверждении детальной планировки, разрешающей постройку поблизости от жилых домов платной парковки для автомашин и мини-рынка в Ахтминской части города. Данный участок собственник выкупил государство, и решение о его продаже принимало правительство и Министерство окружающей среды.